Здравствуйте, товарищи по оружию. Сегодня у нас большая распаковка, несколько посылок пришло, посмотрим, что нам прислали. Первая вот такая большая квадратная коробка. Подозреваю, что там находится, но у нас достаточно много заказов было, поэтому может оказаться не. Да, похоже, это пришел второй наш измеритель скорости. О нем мы уже рассказывали. Мы его и распаковывали, и потестили. Он, кстати, очень хорошо идет запакован. Прям вот. Да, точно. Ну, сегодня тогда мы просто посмотрим, как он приходит. Приходит он, как вы видели, в двух коробках. Вот такой приборчик. Идет в комплекте без батареек, можно установить. Плюс в комплекте идут ножки сами, стоечки. И элементы освещения. Причем элементов освещения идет в комплекте 3. Нужно 2, идет 3. Один запасной. Вот. И 4 ножки. Прошлый прибор показал, что он приходит в хорошем качестве. В общем, все работает. Будем надеяться, что это тоже заработает. Будем пытаться на каждом нашем тесте, если есть смысл, конечно, промерять скорости пули для разных, так сказать, образцов оружия, чтобы потом можно было составить некий отчет, статистику и прочее. Ну, в общем, будем надеяться, что он работает. В двух коробках очень хорошо упакован. И, кстати, идет где-то в районе 2 недель. Так, эта коробка. Нужна поменьше, которая. Надо какой-то чехол к нему придумать. Если есть мысли, высказывайте, пожалуйста. Все, первый. Вторая посылка маленькая. Концевики. Ну, это просто небольшие карабины, которые можно использовать, в принципе, для чего угодно. Но главное их предназначение снимается. Сюда где-то 6 или 8 миллиметровый шнур, завязываете его в узелочек, запихиваете, и он вот этими боковыми гранями будет прижиматься. После этого надеваете колечко, он здесь щелкивается и удерживает. Ну, в общем, в хозяйстве, что называется, пригодится. Это, походу, самая долгожданная посылка из всех. Мы ее заказали, наверное, месяца 3 назад. Ее месяца 2 отсылали. И потом она еще больше месяца шла. Вот она. Смартфон. Смартфон. В чем смысл? Ну, на распродаже там он 11.11. Да. Нет, даже раньше мы покупали на 11.11, мы уже жалели, что мы его заказали. Он стоил где-то со всеми скидками в районе 11 500 рублей. Вот. Нам обещают за эти деньги такой телефончик немаленький. Так. Что у нас тут? Инструкция. На китайском, на английском. Нет, обман. На русском нет. Инструкция. Сам смартфон.
по описанию. Он у нас противоударный, водонепроницаемый, с камерой 48 мегапикселей. В общем, полностью водозащитный, 6 гигабайт оперативной памяти, плюс 128 на борту, плюс 2 симки, плюс возможность использования вместо одной симки ставить карту, датчик отпечатка пальца. Ну, в общем, нужен рабочий телефон, который не жалко будет уронить вдруг, если что. Заодно, может быть, получится на него снимать. Насколько это будет жизненная концепция, ну вот узнаем в ближайшее время. Называется Bizon. Вот. Я не знаю такую фирму. Вот оно название. Вот. Что из этого получится? Это просто эксперимент. Можно ли за эти деньги шнур питания и, соответственно, адаптер. На 2 ампера. Вот. Можно ли за эти деньги получить рабочую машинку? Будем надеяться, что можно. Ну, я думаю, на этом вот на сегодня и все с распаковкой. Все эти вещи мы будем постепенно тестировать и выкладывать отчеты, в том числе и про этот телефон. Будем надеяться, что что-то из этого интересное выйдет. Большое спасибо. До свидания.